стартовал второй месяц осени, нижегородцы уже утеплились и привыкли брать с собой зонтики, когда выходят из дома. Выходные исключением не станут. Значительная облачность с дождями, пусть и кратковременными. Температура достаточно высокая в дневные часы, при юго-западном порывистом ветре 10-13. Минимальная ночью плюс 5, плюс 8. А вот в воскресенье небо немного расчистится от облаков и выглянет солнце. Перемены в атмосферном давлении будут заметны для метеозависимых людей. Атмосферное давление будет расти, усиливаться антициклон. Местами пройдет небольшой дождь. А показания термометров существенно не изменятся. К полудню 10-13. На солнце в южной половине области воздух прогреется до плюс 15. Минимальная значение ночью, температуры плюс 4, плюс 7. В такую погоду нижегородцы могут выбраться на природу и попробовать понаблюдать за деревьями, ведь в начале октября по листьям можно определять, какой будет грядущая зима. Если зелени еще много, особенно на березах, то зима будет мягкой, и снежный покров ляжет еще не скоро.